Сегодня в 9 утра воды в кранах не обнаружили харцизяне, проживающие в многоэтажках Юбилейного. Как нам пояснили в диспетчерской горводоканала, воду перекрыли из-за плановых ремонтных работ, которые проводила бригада службы единого заказчика в рамках подготовки жилого фонда к новому отопительному сезону. В целом же в последнее время горожане стали все чаще сетовать на перебои с водоснабжением. Популярные в харцизские группы в соцсетях переполнены возмущенными комментариями на тему отсутствия воды в городе в дневное время. В горводоканале объясняют это тем, что суточный лимит воды, поступающий в харцизск, сегодня составляет всего 16 тысяч кубометров. В знойные летние дни этого объема городу часто не хватает. В минувшие жаркие выходные, например, потребление населением питьевой воды превысило лимит на 500 кубометров. Когда уровень воды в резервуарах достигает критической отметки, ее подачу на поселок Горное, а нередко и харцизск, вынужденно приостанавливают на несколько часов. Это делается для того, чтобы нормализовать давление в системе и пополнить запасы воды на вечер. Ну, было несколько дней такая ситуация в связи с высокой температурой, соответственно, частный сектор, как обычно у нас, повышенный расход воды. И поэтому для того, чтобы не останавливать город полностью, останавливали в определенные часы дневные, для того, чтобы пополнить резервуары до тех объемов, которые там должны быть. Ну, я думаю, это временно. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Ну, и плюс еще очень много порывов у нас было, очень много. Вопрос о переходе на новый график подачи воды с прекращением водоснабжения в дневное время, по уверению Александра Левченко, администрации города не рассматривается.